вообще. И завтра ни водителя не будет. Посмотрите, как шумно на улицах Львова. Здесь, в центре, играет музыка, люди все сидят, пьют кофе, что-то обсуждают. Музыка играет здесь, везде. Кто-то играет на гитаре, кто-то на гармошке. Очень-очень интересно и весело. Много молодежи. Смотрите, как хорошо. Идешь, и погода очень хорошая, все способствует. Я думала, честно говоря, что я увижу здесь очень мало людей. Но на самом деле, оказывается, посмотрите, сколько людей. Вечером даже пройти нельзя. И это при том, что это не выходной день. Сегодня какой день? Среда. Здесь родилась львовская кофе родилась. И чеснок. Когда она открывала, мы борщом сало. Что, нема у нас? Нема? Температуры у нас. Є, чому нема? Якби не було, то другий проклад був. Продають кофе. Раніше здесь були бешені очереди. Кофе. Турочки, кофеварочки, очень красивые, посмотри, покажи ей. Чашечки для кофе. Це дуже смачний алкоголь. Чашечки. Так, вершковий класичний кав'ярка, вершковий кербеліс краще. Які інтересні для кофе. Наше власне виробництво, скільки здесь дуже смачна. Класично на бренді виготовляється. Турочки. Ну, вершкова вона досить така. Такие у нас дома были, только побольше. А это маленькая совсем. Турочка. Горнятка называется. Горнятка. Что вы собираетесь пить? Украинские бели. Украинские бели? С вкусом чего? Вкусом бели. На сладкое, это типа женский напиток должен быть. Ковивка. 330. Вот. Кавовое пиво. Кавовое пиво. Пиво из кофе. О, интересно. Так, что здесь еще продают? 2000. На подарок тоже здесь продают. Thank you.
О, выходим на Божий свет. А то мы были импровизированы там, где добывают как будто бы кофе под землей. А здесь это такое кафе, оказывается. Сейчас попьем кофе. Столько раз нам меряют температуру сегодня. 110 раз. Ну, никто не сказал, что есть. Вот здесь, смотрите, какие десерты. О, какие огромные, смотри. Угу. Так, ну что, выбирайте. Ну что, сядем и будем. Не, наверное, приду. Пошлите. О, Олежка. Ты по адресу пришел, да? Вот этот популярный. С яблоком. Или их просто не подливают. У них здесь популярно. Что сказали, Олег? QR-код это нет. Сканер это нет. А эту программу надо закачивать какую-то? Надо закачать, у меня интернет не работает. Ну давай я дам свой телефон. На, а здесь? Ой, а здесь? Олег, на. Может, кофе кушать? Ну? Кофе спрашивай, если что. А пирожное не будем кушать? Ну, ты хочешь пирожное? Честно? Таня, ты устала уже? Нет.
Как тебе Львов? Чуешь, чтобы самому прийти фикшу на ЕСИСе. Почему? Пергу на республике. Это почему кожу заказываю? Фиг заказываю. Таня, голодный нам с тобой сидеть и все. Не можешь. Ты там рукой проводишь? Все нормально. Ходим везде в кафе. Да. Ну расскажи. Дома тебя у меня. Вот такой. Как это называется? QR-код или QR-код или как? Мы заходим в эту кафешку. Нам показывают эту штуку. Мы вот так смотрим и выходим. И ничего не понимаем. Обошли уже 1 110 000 кофеен и нигде не можем кофе попить. Так не берут. А? Что? Ну просто можно заказать без. А просто можно заказать кофе, да? Нет, ага. Нет. А вот девушка ходит же. Она и в очках ходит еще, смотри. Угу. Можно вот там на балкончике посидеть. Давайте будем заказывать. Ну так ты закачала программу вот эту? Да, да, давай. Ну давай тогда заказывать. Хоть к вечеру, хоть что-нибудь закажем. Какие мы бедные, а на сыр за всю день закачали. Читай просто что-то. Хорошо, давай. Так, стой, пирожное пропускаем, да? Ну, если вы хотите, давайте берем. Ну, пирожное кто такой? Сладкое, на ночь. И на любой смысл. Никто не будет. Вообще-то, кто на ночь ест, да, и смотрит на меня? Вот я. Я же тебя хочу. Таня, ты что хочешь? Мороженое будешь? Ну что ты? Особливо кава, лавандовая, вершкова. О, лавандовая, кстати, вкусная, наверное. Нежная вершкова кава с сиропом с квиток лаванды. О, и почем она? 58. Да. О, давайте мне лавандовую. Лавандовое кофе мне закажи. Лаванда. Ну так это и есть львивская, только с лавандой. Львивская? Львовская лаванда. Да какой ты хочешь? Таня не любит кофе, поэтому для них. Вершкова. Вершкова? Да. Еще какая? Кава Дуспеки. Это львивская кава. На основі еспресо та тоніку зі скибочками цитрини. О, Боже мой. Да. Сразу видно, що здесь какого хочеш. Ти пирожное будеш? Ні. З клюквой. Олешка будет вот с клюквой. Напиток. Чтобы хоть не гирке, а то купите внутри. Не знаю, как почину. Ну давай лучше латте. Так я иду. Знаешь, я пішла з любими до кармана. Ну ваше бренд. Я же не люблю ладно. То есть буде якісь подорожнє, що щось дешево. Ну поди посмотри, какие там, может, такое вкусное что-то. А почему тут тетя Люба? Хочет, девчата хотят. Я у них только попробую. Я кажу, ну ладно. Что-нибудь скажем, давай американцы. Люба принесла три чашки, а мне три чайники принесли. У меня такие смешки, Люба, хочешь полить? Что там принесли? Ну, для цього американцы. Ага. Кипяту в чайнике. Да-да. Молоко отдельно. Еще что-то. А именно такие смешки. Да-да-да. А Таня говорит, как его пить? Я говорю, Люба, что я куда-то на позоре. Стань и ходи, понимаешь, что... Это Наполеон, да? Да. Поливайся, Таня. Какая у вас смакует? Дякую. А этот, как называется, десерт? Погачевского. Забыла. Погачевского. 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 Это принесли, это фирменное их.
Бачу номер кістечка, і який мастер робив, і підпис, і все. Смотрите, номер, номер Наполеона, такой-то мастер какой-то делал, специальный Наполеон, и еще вот такой десерт. Очень вкусно. Я хочу любимую лаванду. Попробуй, мне принесли кофе лавандовое, попробуй. Ничего ты не понимаешь, Таня. Мама дегустатор. Дегустатор вот. Испортила весь кадр. Мама, да не пахнет? Воняет. Все печальцы. О, мне оставь. Специфичный вкус, да? На любителя. Ну я сейчас попробую. Я сейчас попробую. Ну да, я такой в Киеве пробовала. С сиропом лавандовым пробовала такой. Люба, я хочу сахару всю меня. Не, дякую. Олежка, у тебя что? Я не знаю, что. Капучино у тебя. Я не знаю. Олег, у тебя что? Я жру. А, клюквен, я... клюквенный... Мы уже клюкнули. Клюквенный – это спиртное, да? Угу. Там есть какой-то алкоголь или нет? Нет. Так я не пойму. Таня говорит, да, Олег. По ощущениям нет. По ощущениям нет. А потом ноги даст. Люба, ты меня хима не донесем втроем. Донесем. Сейчас попробуем их фирменный Наполеон еще. Ну-ка. Ну, это похоже что-то на пани Валевский, или как это называется, десерт такой. Значит, виза. А, просто обычный. А, и все, да? Сверху есть. Ага. Юля, ну дай ближе. Юля, у тебя какая чашка красивая зато. Да. Наполеон мне не понравился. А вот эта Прима Богачевская, или как это называется, очень понравился мне. И такой десерт. Внутри как сливки взбитые, а снаружи бисквит. Ну и ягоды. Ягоды, естественно. Таня, это не ты потеряла кроссовки? Таня? Вдруг тебе холодно, возьми кроссовки и вперед.
Так что это мы на последнем трамвае приехали? Да? Повезло так повезло. И то мы нечаянно проехали одну остановку до вокзала железнодорожного. Ну, заодно я вам покажу вокзал железнодорожный во Львове. Какой красивый. Фонтаны там бьют. Пошлите до фонтана сходим, тогда уж раз проехали. Когда приезжали из Европы, где-то в 5 утра или 4 утра, мы там на автобусе ходили.